Всем привет, всем доброе утро. Сегодня решил снять видео про наших курочек. Было у нас их, вот Петя стоит, вон возле него розовенькая, в общем, вот черненькая и белая, а вот она белая. В общем, было три курицы, ну а это старенькие они у нас с петухом. Решили мы взять еще десяток несушки. Раньше брали мы, понравились нам эти несушечки. По-моему, они называются Лама Браун, если я не ошибаюсь. Ну, если ошибаюсь, то поправьте меня. Ну что, взяли курочек, вот они. Сколько? Нам сказали, где-то будет, наверное, как мы, когда мы их взяли, сказали, ну, недельки три еще, и они начнут нестись. То есть, вот-вот. Поначалу, ну, они начали нестись пораньше, чем хозяин говорил, который курами этим занимается. Вот, пораньше начали занестись. Обрадовали нас очень хорошо, потому что сейчас у нас яички, по-моему, 100 рублей десяток, если не ошибаюсь. Вот. Сразу нам дал он витамины, какие-то лекарства, потому что, говорит, пока адаптация другого места, надо пропоить. Ну, пропоили, и сразу же он нам дал для молодых несушек комбикорм. Комбикорм гранулированный мелкий, ПК-1, по-моему, называется. Вот. В общем, неплохой корм, результаты налицо. Ну, нестись начали уже все красотки. Сначала очень беленькие были яички, ну а теперь уже такие более-менее. Вот. Сейчас я зашел, сыпнул корма, видите, да? Вот такие уже покрупнее яички. Вот те, которые очень крупные, это вот белое, это от старых. А вот красненькие, вон те, они чуть помельче, конечно, чем от стареньких. Но уже догоняют, уже не как в первые были дни, малюсенькие, как голубиные, блин. Все, нам понравились эти курочки. Вот, в общем, кто хочет завести, заводите, не пожалеете. Да, вот видите, подтверждает, не пожалеете. Понравились мне эти курки, красненькие несушки, Лама Браун, по-моему, еще раз повторюсь. Вот, ну что, на этом все. Можно нас поздравить с нашими курочками, приобретением новыми питомцами. Пусть вот этот петух почему-то не любит вот эту белую курицу, хотя они уже с ней сколько вот год, да, второй год уже вместе, и все равно это он белую курицу не любит, гоняет постоянно. Ну, в общем, вот такое видео о наших курочках, о наших новых питомцах. Как мы брали их, чем кормим, чем пропаивали. В общем, вот такие дела. Ну все, всем удачи, благополучия. Все, всем всего хорошего. О, Петя говорит, до свидания, все.